На встрече с членами Палаты Совета Федерации председатель правительства Михаил Мишустин заявил о важности создания в России производства по глубокой переработке шерсти, а в качестве успешного примера привел фабрику по производству пряжи в Черкесске «Вулкан», которую он посетил в апреле этого года. «На меня произвело уникальное впечатление работа коллег, чисто, аккуратно, очень четко», отметил премьер-министр России. Михаил Мишустин заверил, что для правительства приоритет создания собственного производства, в том числе глубокой переработки шерсти на территории России.